Всем привет, ребят, снова я, Вован Рыжков. И сегодня мы катаемся на лясах. Вот мой велик. Сейчас я закреплю сюда свой телефон, и вы будете видеть, как я еду. Короче, мы заехали возле электромаши, вообще непонятно куда, во дворы. Какой-то там лес. Вот мойка там. Какое-то здание непонятное какое. Вот какой-то забор. Сетка. Провода. Вообще непонятно, что это. На окраине города там едет Генри Морган. Короче, я вставляю телефон, и мы едем. Так типа будет круче. Типа да? Типа да. Короче, все, ребят, мы снова вернулись. Вон вот здесь вот я был. Поле с большими воротами во дворе. Такой первый раз можно увидеть. Ну, может, вы видели, но я в новой каховке еще такого не видел. Как? Ого, ни хрена себе. Вон, смотрите, сколько тарелок. Тарелок, которые это, телевидение, не такие тарелки, которыми кушать надо. Тарелку еду и ложат. Отъезжать? Я вам все расскажу. Погоня.